Ну а сам-то генерал-майор Владимир Маркин уходит из Следственного комитета. Как рассказали наши источники, разговор о том, что он покинет управление взаимодействия со СМИ, был еще год назад. Владимир Маркин работает в Следкоме с января 2011 года. До этого он был официальным представителем СКР при прокуратуре. Маркин окончил факультет журналистики МГУ, работал первое время в газете «Вечерний Челябинск». Позже переехал в Москву и стал вести программы на всесоюзном радио. В 91-м перешел на центральное телевидение, где проработал 6 лет, пока ни Следственный комитет, ни сам Маркин никак не комментируют его уход.